России появилась электронная карта кладбищ. С помощью специальной базы данных можно отыскать место захоронения любого человека. Для этого нужно знать имя, фамилию и дату рождения и смерти человека. Такая база данных позволит отыскать место захоронения любого человека. При этом место на кладбище можно будет увидеть прямо на экране своего компьютера с помощью сервиса Яндекс.Карты. Сайт кладбищероссии.рф только начал свою работу. На данный момент на портале содержится информация о захоронениях в Ленинградской области. В дальнейшем банк данных будет пополняться, поскольку цель проекта – создать максимально полную базу захоронений в России. На сайте будет информация как по обычным кладбищам, так и по мемориалам и воинским захоронениям.